Великий князь Павел Петрович бежал по коридорам Зимнего дворца. Его матушка Екатерина Великая при смерти. И теперь всего несколько шагов отделяют его от трона. Если бы не тайное завещание императрицы. Нет, его нужно найти и уничтожить. Любой ценой. Иначе власть перейдет к сыну Александру в обход него, прямого наследника. Александр был рожден, чтобы стать императором. Для этого ему дано все. Ум, красота, талант. Кроме одного. Желание править. Все. Кончено. Павел ждал этого 34 года. Он император. Спустя 4 года, 4 месяца и 4 дня Александр будет стоять над мертвым отцом, и кто-то вкрадчиво скажет: «Теперь вас поздравляю. Вы император». Рождение цесаревича Павла Петровича вызвало всеобщую радость. Правнук Петра Великого, он закрыл собой брешь в династии. Большую часть жизни он прожил в тени своей великой матери. Вечный принц, одинокий, романтичный, таинственный. В своем собственном, тщательно выстроенном маленьком мире. Многим он казался безумцем. Его называли «русский Гамлет». И на то были все основания. Едва он появился на свет, бабушка, императрица Елизавета Петровна, сразу же отобрала его у матери, будущей Екатерины Великой, и разрешила ей посещать сына раз в неделю. Отец, будущий Петр III, и вовсе его почти не видел. Говорили, что его настоящий отец – камергер Салтыков. А некоторые утверждали, что Екатерина родила мертвого ребенка, и его подменили чухонским младенцем из деревни Котлы. Версия о том, что Павел не являлся сыном Петра III, оказалась живучей в придворных кругах. Только в повзрослевшем Павле Петровиче современники стали узнавать и сумасшествие отца, и его военные замашки. Не похожий на родителя внешне, Павел во многом был его психической копией. Вплоть до болезней и привычек. Например, ходить по комнате большими шагами и бессвязно беседовать со спутником. Чаще всего с женой Марией Федоровной, которая, как когда-то Екатерина II, вынуждена была скрывать сумасшествие мужа от окружающих. Елизавета, несмотря ни на что, своего единственного внука очень любила. А со временем стала подумывать о том, чтобы передать престол Павлу в обход его отца, которого считала сумасшедшим. Она заранее позаботилась об образовании наследника, пригласив к нему лучших учителей. Будущий император изучал 5 языков – историю, литературу, математику, физику, черчение, архитектуру. Обязательными были верховая езда, фехтование, танцы, труд на токарном станке и шахматы. Программа не предусматривала военного дела, но Павел настоял на его изучении. Для уроков по судовождению изготовили стол, выкрашенный синей краской и расчерченный под морскую карту. Когда Павлу было 7 лет, Елизавета умерла. Еще через полгода он потерял отца, погибшего в ропше при невыясненных обстоятельствах. А мать стала императрицей. Ходили слухи, что она обещала передать престол сыну, как только он станет совершеннолетним, то есть через 14 лет. Обещанного пришлось ждать 34 года. В подростковом возрасте Павел был подвержен частым неврозам и депрессии. При этом преподаватели отмечали большие способности и интерес юного принца к точным наукам, искусству, мистической философии. У него была заветная мечта – стать рыцарем Мальтийского ордена, о котором он прочитал в старой книге. А быть императором ему казалось страшной и тяжелой участью. Он стыдился матери, которую считал развратной, боялся ее фаворитов,
тяготился фривольной атмосферой двора. Единственной отрадой была дружба с молодым графом Андреем Разумовским. Павел писал ему восторженные письма. «Дружба ваша произвела во мне чудо. Я начинаю отрешаться от моей прежней подозрительности. Прочь химеры, прочь тревожные заботы». Когда Павлу исполнилось 19, мать подыскала ему невесту, 18-летнюю гессен-дармштадтскую принцессу Августу Вильгельмину Луизу. Павел влюбился в нее с первого взгляда. Православие Вильгельмина приняла имя Натальи Алексеевны. На 4-м году замужества она умерла в родах вместе с ребенком. Павел едва не помешался от горя. Заботливая мать в качестве утешения показала ему письма Натальи к Андрею Разумовскому, из которых явно следовало, что жена изменяла ему с его лучшим другом. Павел так никогда и не оправится от этого удара и не сможет доверять больше никому и никогда. Императрица спешно подыскала наследнику еще одну немецкую принцессу. Спустя всего полгода Павел обвенчался с Софией Марией Доротеей Вюртембургской, которая в православии стала Марией Федоровной. Второй брак Павла окажется удачным и очень плодовитым. За 25 лет семейной жизни Мария Федоровна родит 10 детей и обеспечит династию здоровым мужским потомством на полтора века вперед. Ее сыновья – императоры Александр I и Николай I, внук – Александр II, правнук – Александр III, праправнук – Николай II. Все ныне живущие представители дома Романовых также являются ее потомками. Сразу после свадьбы молодые отправились в путешествие по Европе, инкогнито, под именем графа и графини Северных, по-французски «Дюнор». Европейские столицы принимали Павла с почетом, которого он никогда не знал на родине. В придворном Венском театре в честь графа Дюнора и его супруги давали Гамлета. Однако главный актер играть отказался. «Я не смогу играть роль принца, который жаждет мести за убитого отца, когда из королевской ложи спектакль будет смотреть его двойник», — заявил он. С тех пор Павла называли русским Гамлетом. Императрица Екатерина почти не допускала Павла к государственным делам. Даже не позволила ему самому воспитывать сыновей, Александра и Константина, забрав внуков к себе. А чтобы Павел не мозолил глаза, подарила ему Гатчинский дворец. Русский Гамлет получил свой Эльсинор. За 13 лет гатчинской жизни Павел создал там свой собственный мир с рыцарскими замками в 1/5 натуральной величины и армией из 2000 солдат, одетых в прусские мундиры и с пудренными косами. Екатерининские придворные изощрялись в злобном остроумии. Граф Ростопчин ехидно писал графу Воронцову: «Нельзя без отвращения смотреть на то, что делает великий князь. Он воображает себя прусским королем. Каждую среду у него маневры». Гатчинские войска ни разу не участвовали в боях и не имели шанса показать себя в деле. Однако планы учений показывают, что эти полки отрабатывали самые сложные из военных маневров. Приемы залпового огня и штыкового боя, обучались форсированию водных преград и отражению морского десанта. Проводились специальные учения для артиллерии. К 1796 году эти части были одним из наиболее дисциплинированных и обученных подразделений русской армии. Гатчинская муштра вошла в легенды. Перед тем, как поставить человека в караул, его на несколько часов завинчивали в специальный станок, чтобы он прямо держал спину и голову и, главное, не шевелился. Белые штаны лосины требовалось намочить и сушить на себе, чтобы не было ни одной складки. Маршировать учили со стаканом воды на голове. Если вода выплескивалась через край, значит, шаг недостаточно ровный. За любые промахи следовали телесные наказания.
печатный шаг для почетного караула, который мы видим сегодня во время торжественных церемоний, при Павле был обычным строевым. Сохранившийся в сегодняшней армии развод караула – не что иное, как павловский вахт-парад. Только он длился не 15 минут, а несколько часов. Екатерина насмешливо называла полки Павла батюшкиным войском. Сына во дворце принимать не любила. И все силы вкладывала в воспитание внука Александра. То есть она шаг за шагом повторяла действия своей предшественницы Елизаветы, которую когда-то сама осуждала. Женив Александра, едва ему исполнилось 16, Екатерина начала потихоньку интересоваться у вельмож, согласны ли они на передачу короны ее внуку, а не сыну. А Павел стал всерьез опасаться за свою жизнь. В ночь на 6 ноября 1796 года Павел и его жена Мария Федоровна одновременно увидели один и тот же сон. Будто невидимая сила подняла их и понесла вверх. В ужасе они проснулись. В это время в Гатчину на взмыленной лошади прискакал гонец с известием. Императрица при смерти. Спустя несколько часов 42-летний Павел стал императором. Едва взойдя на престол, он развил лихорадочную деятельность, словно чувствовал, времени у него очень мало. За 4,5 года правления Павла I было издано 7865 законодательных актов и указов. В 2 раза больше, чем за 43-летнее правление Петра I, и в 1,5 раза больше, чем за 34-летнее правление Екатерины II. Кроме того, Павел успел отдать 14207 приказов по армии. Император вставал в 4 часа утра и до 9 работал в своем кабинете, принимая рапорты и давая аудиенции. Затем выезжал верхом, обычно в сопровождении великого князя Александра, чтобы посетить какое-нибудь госучреждение. В 11 начинался вахт-парад. С 12 до часу император гулял по улицам, потом возвращался на плац и лично делал смотр полкам, измерял длину кос, проверял качество и количество пудры в волосах у каждого солдата. И за любое отступление от устава неизменно карал командиров. Только за 3 первые дня царствования в отставку были отправлены 16 генерал-лейтенантов, 57 генерал-майоров и 3 полных генерала. А за 4 года – 2594 офицера, из них 333 генерала. Окружение императора пребывало в постоянном стрессе. Супруга его адъютанта по военным делам, княгиня Дарья Ливен, вспоминала. В крепости не переводились многочисленные жертвы, а порой вся их вина сводилась к слишком длинным волосам или слишком короткому кафтану. Носить жилеты совсем воспрещалось. Достаточно было императору где-нибудь на улице заприметить жилет, и тотчас же его злосчастный обладатель попадал на гауптвахту. Случалось туда попадать и дамам, если они при встречах с Павлом не выскакивали достаточно стремительно из экипажа или не делали достаточно глубокого реверанса. Благодаря этому в час обычной прогулки государя улицы Петербурга совершенно пустели. Все трепетало перед императором. Сам себе Павел представлялся идеалом средневекового рыцаря на троне. В исполнении своей детской мечты он взял под опеку Мальтийский рыцарский орден. Когда Наполеон завоевал Мальту, Павел предоставил ордену убежище в России и даже стал его великим магистром. Несмотря на то, что орден католический, а он, Павел, православный. Первым из Романовых он встретился с папой римским и пригласил его святейшество в Россию в гости. А может быть, даже насовсем, поскольку Рим тоже был захвачен Наполеоном. В глазах Павла Наполеон олицетворял мировое зло, против которого любой рыцарь должен бороться всеми силами. Поэтому русский император вступил в антинаполеоновскую коалицию и отправил против французов армию во главе с прославленным фельдмаршалом Суворовым. Суворовские войска трижды разбили французов в Швейцарии.
и совершили знаменитый переход через Альпы, преодолели перевал Сен-Готтард, через который и сейчас решаются пройти только опытные альпинисты с полным снаряжением. Павел, хотя и не любил Суворова, в письме фельдмаршалу не смог удержаться от восхищения. «Не доставало вам одного рода славы – преодолеть и самую природу, но вы и над нею одержали ныне верх». У Павла была цель – уничтожить все, созданное его матерью. Он объявил войну дворянству, которое при Екатерине переживало свой золотой век, вернул налоги и телесные наказания для дворян, отменил массу привилегий, резко ограничил дворянские права. Он пытался лично следить за всем и вся. На столе государя росла гора непрочитанных жалоб и нерассмотренных рапортов. В учреждениях из-за массовых увольнений чиновников работать стало некому. Английский посол в России Чарльз Витворд, пристально наблюдавший за императором, писал своему правительству тревожное донесение. Император сошел с ума. С тех пор, как он вступил на престол, психическое расстройство его стало усиливаться. Странности в поведении государя становилось все больше. Павел избегал выезжать на набережную. Он боялся, как бы сильный ветер не сдул ему голову, как мыльный пузырь. По ночам император не мог заснуть, не помогали даже лекарства с опиумом. Марии Федоровне приходилось ночи напролет ходить с мужем под руку, чтобы он не приставал к часовым со своими бессвязными разговорами. К этому времени против Павла уже составился заговор. Губернатор Санкт-Петербурга граф Палин, вице-канцлер Никита Панин, фаворит Екатерины II Платон Зубов, генералы Бенниксон и Уваров, английский посол Витворд и многие другие, по разным сведениям, до 300 человек. Великий князь Александр не присоединился к заговорщикам, но и мешать им не стал. Он лишь потребовал, чтобы ни один волос не упал с головы отца. Заговорщики в этом поклялись. Предполагалось, что Павел подпишет отречение и удалится на покой в свой любимый Михайловский замок. Или, в самом крайнем случае, будет посажен в крепость. Михайловский замок был воплощенной в камне мечтой Павла. Он рисовал его на протяжении 12 лет, а зодчие Баженов и Бренна превратили императорские эскизы в архитектурный проект. Замок построили в рекордные 3,5 года. К моменту торжественного открытия внутренняя отделка еще не была закончена. Темные лестницы и жуткие коридоры, в которых днем и ночью горели лампы, придавали дворцу вид лабиринта. На площадках гулял ветер. Но Павел был доволен и велел двору немедленно переезжать в замок своей мечты. Вскоре в поведении императора появились новые странности. Он то и дело о чем-то глубоко задумывался и все чаще с подозрением приглядывался к жене и сыновьям. Написал некое письмо, никому его не показал и спрятал в ларец с указанием: письмо должен прочесть один из его потомков ровно через 100 лет. Известно было, что в письме говорится о судьбе династии и что написано оно после разговора государя с одним из заключенных Петропавловской крепости, монахом по имени Авель. Монах Авель-прорицатель, в миру Василий Васильев, родился в 1757 году, принял постриг в Валаамском монастыре, где и обрел дар прорицания. Впоследствии странствовал, писал рукописные книги своих пророчеств. Предсказал целый ряд событий, которые сбылись уже при его жизни. Смерть Екатерины Великой, гибель Павла I, нашествие Наполеона и пожар Москвы, восстание декабристов. И многие события в далеком будущем. Первую мировую войну и революцию, расстрел царя, гражданскую войну, массовые репрессии, войну с Гитлером. За предсказание смерти Екатерины был посажен в крепость. Освобожден Павлом, говорил с ним наедине, после беседы вновь оказался в крепости. Императору Авель сказал: «Коротко будет царствование твое. На Софроне Иерусалимского в опочивальне своей будешь задушен злодеями, коих греешь ты на царственной груди своей». Память святого Софрония Иерусалимского церковь совершает 11 марта.
11 марта 1801 года, ужиная со старшими сыновьями, Павел был непривычно весел и даже изволил шутить. Взглянув в зеркало, сказал: «Какое смешное зеркало! Я себя вижу в нем с шеей на сторону». В это время у Палина шло последнее собрание заговорщиков. Кто-то спросил: «А что делать, если тиран окажет сопротивление?» Палин ответил французской пословицей: «Нельзя приготовить омлет, не разбив яиц». После ужина император вдруг заявил: «Чему быть, того не миновать», и отправился в опочивальню. Проверил, хорошо ли заперты двери и окна. Удивился, почему вдруг расшумелись вороны в летнем саду. Миновав летний сад, заговорщики подошли к замку. Гвардейцы пропустили их внутрь. Услышав тяжелые шаги в коридоре, Павел понял – это пришли за ним. Ворвавшиеся в спальню заговорщики не сразу нашли Павла. Он спрятался за ширмой. Императора попытались заставить подписать отречение. «Нет, господа, нет, я ничего не подпишу», – повторял Павел, как заведенный. Платон Зубов ударил его в висок золотой табакеркой, как кастет. Павел упал. Последовала безобразная сцена. Гвардейские офицеры топтали ногами своего государя. Павел отчаянно сопротивлялся, 1 против 12, и был задушен своим собственным офицерским шарфом из белого атласа. Оставшуюся часть ночи трое медиков и придворный художник трудились над телом государя, пытаясь скрыть следы избиения. Народу сообщили, что император Павел I скончался в результате апоплексического удара, инсульта. При дворе шутили: апоплексический удар табакеркой в висок. Свидетельницей того, как в Петербурге приняли смерть императора, оказалась французская художница Элизабет Виже-Лебрен. Весь город безумствовал от радости. Люди пели, плясали и целовались прямо на улицах. Встречавшиеся знакомые подбегали к моей карете и, пожимая мне руки, восклицали: «Теперь мы свободны». Накануне вечером многие дома были даже иллюминированы. Смерть несчастного сего государя вызвала всеобщее веселье. Новый император, 24-летний Александр Павлович, спустя несколько часов после смерти отца издал манифест, которым обещал управлять по уму и по сердцу своей премудрой бабки. Веселья и поздравлений он будто не слышал, не в силах прийти в себя после кошмара прошедшей ночи. Он ведь хотел как лучше. Защитить страну от душевно больного государя, а государя от ненавидящей его страны. Но благими намерениями, как всегда, оказалась вымощена дорога в ад. Его личный ад, который он будет носить в себе до конца жизни. Имя, которое с греческого переводится как «защитник людей», ему дала сама Екатерина Великая. Официально в честь святого князя Невского, на самом деле в честь великого полководца Македонского. Всю свою нерастраченную материнскую любовь императрица обрушила на первого внука, забрав его у родителей. К тому же мальчик оказался необыкновенно хорош собой. Екатерина с гордостью писала о маленьком принце своему давнему другу барону Гримму. «Он будет любезен, я в этом не обманусь. Как он весел и послушен, и уже с этих пор старается о том, чтобы нравиться». От него все чего-то ожидали, за ним пристрастно наблюдали. Он постоянно чувствовал себя как будто на сцене и со временем обзавелся целым набором разных масок на все случаи жизни. Близкий к придворным кругам чиновник, барон Модест Корф,
отмечал в своих мемуарах. Государь в высшей степени умел покорять себе умы и проникать в души других, утаивая собственные ощущения и помыслы. Александр знал, что бабка хочет возвести его на престол в обход отца, и боялся этого. Он доверял только своему воспитателю, швейцарцу Фредерику Лагарпу. Республиканец и идеалист, философ Лагарп был приглашен самой Екатериной, чтобы привить юному принцу гуманистические идеалы, понятия о благе государства и народа. Александру не было еще и 15 лет, когда по велению императрицы к нему из Германии привезли двух сестер принцесс Баденских, 12-летнюю Луизу и 10-летнюю Доротею. Велели выбрать себе невесту. Александр выбрал старшую. В православии она получила имя Елизавета Алексеевна. Через год состоялась пышная свадьба. Трогательных подростков-молодоженов называли Амуром и Психеей. Красивая, умная Елизавета вдохновляла художников и поэтов. Федор Глинка писал о ней. «Царица кроткая, краса земных царей, божественный твой лик достоин алтарей». А Бетховен именно ей посвятил свою знаменитую фортепианную пьесу к Элизе. Елизавета Алексеевна станет истинной патриоткой России. В 1812 году она создаст патриотическое общество для выдачи пособий больным и раненым и размещения их в больницах. Она откроет сиротские дома и казенные школы для детей погибших офицеров, учредит сиротские училища и дома трудолюбия. Елизавета Алексеевна была прекрасной дамой той эпохи. В гвардии и столичном обществе возникали целые клубы, вдохновленные любовью к Елизавете Алексеевне. Молодежь в массовом порядке избирала ее дамой сердца. Появилась даже масонская ложа «Елизавета к добродетели». После воцарения Павла беззаботной и блестящей жизни пришел конец. Мрачная атмосфера при дворе, постоянные придирки. Императрица Мария Федоровна третировала невестку. Император Павел отыгрывался на нелюбимом сыне. К тому же Амур и Психея выросли, и выяснилось, что романтическая холодность Елизаветы плохо сочеталась с пылкостью Александра. Семейная жизнь не сложилась. Начались романы и увлечения на стороне. На 6-м году брака Елизавета родила дочь, но в годовалом возрасте малышка умерла. С каждым годом Александр все отчетливее понимал, он не хочет быть императором. У него появилась мечта – бросить все, уехать с женой куда-нибудь на берега Рейна и провести в романтическом уединении всю жизнь. В письме к близкому другу, графу Кочубею, Александр как-то признался. «Я осознаю, что рожден не для того сана, который ношу теперь, и еще менее для предназначенного мне в будущем, от которого я дал себе клятву отказаться тем или другим способом». Местом своеобразной психологической разгрузки для Александра стал Гатчинский план. Во время одного из учений вблизи от великого князя Александра выстрелила пушка, отчего он оглох на левое ухо. Из-за глухоты Александр станет подозрительным. Ему постоянно будет казаться, что его осуждают или посмеиваются над ним. Однажды во дворе царско-сельского дворца три свитских генерала рассказывали друг другу анекдоты и смеялись. Мимо прошел Александр, и через 10 минут одного из генералов вызвали к нему в кабинет. Александр придирчиво рассматривал себя со всех сторон в большом зеркале и допытывался. «Что во мне смешного? Почему вы сейчас смеялись надо мною?» Только с большим трудом удалось убедить его, что смеялись из-за анекдота. После гибели отца первое, что поспешил сделать Александр, едва оправившись от потрясения, отменить все непопулярные указы и распоряжения Павла. Он закрыл тайную канцелярию, разрешил выезд за границу.
восстановил в должности 12 тысяч офицеров, освободил заключенных из ссыльных, восстановил права и привилегии дворянства. Со всех сторон ему настойчиво предлагали противоречивые проекты и планы. Александр собрал себе новую команду из друзей и единомышленников, европейски образованных молодых либералов. В результате двухлетней деятельности негласного комитета были учреждены министерства взамен устаревших коллегий. Проведена прогрессивная реформа образования. Бессословность высшего образования, мягкий цензурный устав, 5 новых университетов. Предпринята первая попытка решения крестьянского вопроса. Указ о вольных хлебопашцах, по которому помещики имели право освобождать крестьян с землей за выкуп. Реформы шли слишком медленно и тяжело. Александр был разочарован. Ему казалось, что каждый преследует свои цели, не считаясь его мечтой об общем благе. Но Александр все же нашел человека, которому, казалось, суждено воплотить в жизнь все его благие намерения. Бывший семинарист и гений юриспруденции Михаил Спиранский. Сначала он был секретарем при негласном комитете, вскоре император сделал его своим доверенным лицом. А сам с головой погрузился в хитросплетение внешней политики. Там назревало нечто грандиозное. Первый консул Французской республики, вскоре ставший императором, Наполеон Бонапарт, вел одну за другой победоносные войны, добиваясь власти над всей Европой. В 1805 году они встретились под Аустерлицем в битве трех императоров. Александр I и австрийский император Франц II против Наполеона. Официально главнокомандующим русской армией был старый опытный генерал Михаил Кутузов. Но Александр, ревнуя к полководческой славе Наполеона, захотел командовать сам. Александр видел, как бежала его армия, и вынужден был бежать сам, чтобы спасти свою жизнь. И многие видели, как государь рыдал и трясся, не в силах взять себя в руки даже перед лицом своих солдат. Казаки достали ему вина. Он с трудом успокоился и уснул в сарае на соломе. После позора под Аустерлицем Александр никогда не будет вмешиваться в действия своих полководцев и займется дипломатией, в искусстве которой ему не будет равных. И это вынужден будет признать даже его заклятый враг, император Наполеон. Русский император легко вкрадывается в душу, но доверять ему нельзя. У него нет искренности. Это настоящий грек древней Византии. Спустя 2 года и еще несколько сражений Александр предложил Наполеону заключить мир. В этот момент оба императора находились в Восточной Пруссии недалеко от Тильзита. Войска разделяла река Нема. За ночь французские саперы навели понтоны и поставили ровно посередине реки плот. На этом плоту в крытом павильоне встретились Александр и Наполеон вдвоем, без свитских, и беседовали более 2 часов. В Тильзите был подписан мирный договор, по условиям которого Россия присоединялась к континентальной блокаде Англии. Из-за этого русский экспорт сократился на 20%, что тут же сказалось на экономике. Французский экспорт снизился на те же 20%. Зато Россия получила несколько лет передышки, чтобы подготовиться к большой войне. В том, что война будет, Александр уже не сомневался. После Тильзитского мира Александр увеличил расходы на армию почти в 2 раза. С 63 миллионов 400 тысяч рублей до 118,5 миллионов в год. В ночь на 12 июня 1812 года переправу через реку Неман начали 450 тысяч солдат Наполеона. У Александра было не более 200 тысяч солдат. В первый же день войны Александр прибыл в Москву, чтобы из древней столицы обратиться к своему народу. И был потрясен до глубины души, когда во время молебна на Поклонной горе простой крестьянин вдруг крикнул ему, императору: «Веди нас, отец родимый,
все умрем, но победим. На следующий день вышел рескрипт его императорского величества Александра I, в котором говорилось: «Я не положу оружие, доколе ни единого неприятельского воина не останется в царстве моем». Горячие головы вроде Багратиона хотели решающего сражения. Но Александр прекрасно понимал, чем это чревато, и утвердил предложенную Барклаем де Толли тактику затяжного отступления. Наполеону ничего не оставалось, как двигаться вперед, на каждом биваке надеясь получить мирные предложения, на каждом переходе стараясь догнать и разбить основные силы русских. В столице готовились к бегству, опасаясь, что Наполеон внезапно повернет на Петербург. Александру снова стало сниться мертвое запудренное лицо отца. И он был уверен, что это его вина. Он отца-убийца. А нашествие – это наказание за его страшный грех. Однажды он решился рассказать о своих страхах старому приятелю, князю Голицыну. Голицын, желая что-то прочесть императору из Священного Писания, неловко уронил тяжелую книгу. И та раскрылась на 90-м псалме. «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». На Александра, который прежде никогда не проявлял интереса к религии, это произвело очень сильное впечатление. О своем состоянии он писал другу: «Я пожирал Библию, находя, что ее слова вливают новый, никогда не испытанный мир в мое сердце и удовлетворяют жажду моей души». Император удалился от решения военных проблем, назначив главнокомандующим 67-летнего князя Кутузова. И Кутузов, имея за плечами 4 войны и 1,5 десятка битв, решился, наконец, на генеральное сражение, которого ждали все. Наполеон, Александр, 500 000 солдат и офицеров с обеих сторон. Для поднятия народного духа было объявлено о безоговорочной победе, и все выжившие участники Бородинского сражения награждены как победители. Тем неожиданнее и страшнее оказалась весть о том, что Кутузов решил оставить Москву. После получения его рапорта император молча удалился к себе в кабинет и всю ночь ходил из угла в угол. Когда он вышел утром, на него сразу набросился с упреками младший брат Константин, императрица-мать устроила истерику, и только жена заметила, что за эту ночь он почти наполовину посидел. 2 сентября Наполеон въехал в Кремль и разместился в парадных покоях императора Александра. В тот же день Москва загорелась, подожженная в нескольких местах. Через 4 дня Наполеон отправил Александру первое письмо с предложением о мире. Ответа не было. Наполеон сделал еще 2 попытки заключить мир. Александр молчал. Все уговоры и увещевания были тщетны. Своими мыслями и намерениями император делился только в письмах к любимой сестре Екатерине Павловне. «Я лучше предпочту прекратить свое существование, чем примириться с чудовищем, которое причиняет всем несчастье. Я надеюсь на Бога, на восхитительный характер моего народа и на настойчивость, с которой я решил не склоняться под ярмом». Через месяц Наполеон покинул разоренную, выгоревшую на 2/3 Москву. Началось бегство французской армии. 16 ноября, спустя 30 после начала войны, через реку Березина сумели переправиться 9 000 оборванных, голодных, деморализованных солдат. Жалкие остатки. 1/50 великой наполеоновской армии. Отечественная война была окончена. Погибло более 200 000 русских солдат и офицеров. Потери среди мирного населения никто не считал. Но складывать оружие Александр не собирался. Русская армия отправилась в заграничный поход в погоне за уже побежденным, но еще не поверженным Наполеоном. Александр I прошел по Европе, возвращая монархам сбитые Бонапартом короны и внушая страх и уважение европейским народам. 19 марта 1814 года
Во главе всех союзных войск Александр вступил в Париж. Европа была у его ног. В Лондоне новорожденную кронпринцессу, будущую королеву, окрестили именем русского императора – Александрина Виктория. В Берлине в его честь назвали главную площадь города – Александерплац. В парижских салонах он произвел сильное впечатление своими рассуждениями о Конституции и свободе. Парижане были очарованы русским императором. Высокий рост, прекрасное телосложение, золотые волосы, лучистые голубые глаза, мягкая улыбка – это была его любимая роль. «La Belle Roi» – «Прекрасный король». После Парижа Александру рукоплескала Вена. Там проходил конгресс, посвященный устройству послевоенной Европы. Это было собрание самых искусных, хитрых и коварных дипломатов той эпохи, среди которых русский император занял достойное место. Он великолепно держал лицо и виртуозно скрывал свои чувства и намерения. «Загадочный русский сфинкс», — говорили о нем в Европе. Раздел Европы принес ему новые титулы. Теперь он стал именоваться самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский. Всего 55 наименований. После победы над Наполеоном его торжественно нарекли «благословенный». В Россию вернулся не тот пылкий и прекрасный юноша, который хотел даровать всем свободу и мечтал об общем благе. Александру не было еще и 40, а он уже превратился в памятник самому себе. Для Александра всегда были важны декорации. Все должно быть симметрично, безупречно, аккуратно. Его мундиры всегда были пошиты безукоризненно и сидели идеально. Никто и никогда, даже в домашней обстановке, не видел императора небрежно одетым. Но к 40 годам он стал педантом из педантов. На его письменном столе бумаги одного размера всегда были разложены ровными стопками. В комнатах мебель расставлялась по строгому плану, и нельзя было передвинуть стул или переставить вазу. Вот если бы можно было навести такой порядок во всей России. Ближайшим соратником Александра в это время уже был непросвещенный реформатор Спиранский, а старый солдат граф Алексей Андреевич Аракчеев. Из гатчинских служак, непревзойденный мастер муштры. Аракчееву не прощали расположение императора, его боялись и ненавидели, называли солдафоном и гориллой, за глаза, конечно. О графе ходили самые невероятные слухи, говорили, будто он в ярости порой вырывал у солдат усы, а одному якобы откусил ухо. Однако он был прекрасным военным специалистом, человеком исключительно честным и к тому же лично преданным императору. Поэтому Александр всецело доверял Аракчееву и именно ему поручил воплотить в жизнь идею, которую позаимствовал в Англии у социалиста-утописта Оуэна. Военные поселения, где солдаты живут с семьями и совмещают службу с занятием сельским хозяйством. Аракчеев старался отговорить Александра, даже на коленях просил отказаться от этой странной идеи, но получил приказ и исполнил его с точностью. Императору же поселения оказались благом. Солдаты не разлучаются с родными, армия сама себя обеспечивает продовольствием, всюду идеальный порядок. И он был весьма удивлен при известии о бунтах среди поселенцев. В военных поселениях вся жизнь регламентировалась вплоть до бытовых и семейных деталей. Все было одинаковым, от домов до кастрюль. Вставали, топили печи и работали в поле строго по команде. Дети с 7-летнего возраста зачислялись в военнообязанные и подчинялись не родителям, а командирам. За малейшие проступки виновные подвергались телесным наказаниям. Чем дальше, тем больше благие намерения Александра оборачивались своей противоположностью. Когда-то он мечтал даровать всем свободу, теперь же от его либерализма не осталось и следа. В России ужесточилась цензура, были запрещены все масонские общества. Вольнодумные литераторы помещались под надзор, отправлялись в ссылку. Однако, когда Александру докладывали о тайных обществах, даже показывали списки, сплошь знакомые имена – Трубецкой, братья Муравьевы, Волконский, Пестель, он не предпринимал ничего, говоря: «Я не могу судить их слишком строго. Я сам когда-то разделял их убеждения».
император все более отдалялся от управления страной. Из письма императора Александра французскому дипломату Агюсту де Шуазель-Гуфье. «Надо побывать на моем месте, чтобы составить себе понятие о том, что я испытываю при мысли, что когда-нибудь мне придется дать отчет перед Богом за жизнь каждого из моих солдат. Нет, престол не мое призвание. И если бы я мог с честью изменить условия моей жизни, я бы охотно это сделал. Признаться, иногда я готов биться головой о стену. Убийство отца, которое привело его на трон, гибель тысяч русских солдат, бесконечная гонка за славой, которая теперь не стоила ничего». В Библии он подчеркнул слова: «Видел я все дела, которые делаются под солнцем, и вот все суета». Ему на помощь пришла его Психея, императрица Елизавета Алексеевна. Долгие годы они жили каждой своей жизнью, будто чужие. Но теперь снова, как в юности, он нашел в ней преданного друга, с которым можно говорить о чем угодно, а можно о чем угодно молчать. Узнав, что Елизавета больна туберкулезом, Александр испугался. Нужно немедленно покинуть Петербург с его сырым климатом. Он давно размышлял об этом. Из очередной инспекционной поездки писал своему старому другу, князю Петру Волконскому: «Я скоро переселюсь в Крым и буду жить частным человеком. Я отслужил 25 лет, а солдату в этот срок дают отставку». Но решено было ехать в глухой провинциальный Таганрог. Император там как-то был с инспекцией, и ему понравилось. Начались поспешные лихорадочные сборы. Александру и Елизавете вдруг показалось, что именно там, в Таганроге, они устроят жизнь, как в идиллической хижине на берегу Рейна, о которой когда-то мечтали. Александр приехал первым, чтобы все подготовить к приезду жены. Разместился в одноэтажном доме градоначальника на Греческой 40. Сам чистил дорожки в саду, помогал развешивать в комнатах гравюры и двигать мебель. Когда приехала Елизавета Алексеевна, они зажили спокойной и размеренной жизнью. Ходили на прогулки, раскланиваясь со знакомыми, читали друг другу вслух любимые книги, вместе молились. Александр воспрял духом и чувствовал себя почти счастливым. Но, живя частной жизнью, он все еще оставался императором. Акт об отречении подписан не был. Эта странная беспечность Александра спустя несколько месяцев станет поводом для восстания декабристов и причиной гибели нескольких сотен людей. Но император об этом уже не узнает. Его южная идиллия продлилась всего 2 месяца. 19 ноября 1825 года Александр I скончался от инфекционного заболевания, закончившегося воспалением мозга. Спустя полгода умерла Елизавета Алексеевна. Внезапная смерть императора многим показалась таинственной. Появились слухи о том, что Александр инсценировал свою смерть, а сам где-то скрывается. Спустя 10 лет стало известно о некоем таинственном старце по имени Федор Кузьмич, живущем на поселении в Томской губернии. Он обладал обширными познаниями, говорил на нескольких иностранных языках, был очень набожен, но не причащался. Говорил загадочно, что не может ходить к причастию, потому что уже отпет. Старец был высок, широкоплеч, слегка сутулился и был глуховат на одно ухо. Скончался Федор Кузьмич в 1864 году. Был похоронен на кладбище Томского мужского монастыря. На кресте была сделана надпись: «Здесь покоится тело великого благословенного старца Федора Кузьмича». Идентичность Федора Кузьмича и Александра I Благословенного не доказана и не опровергнута до сих пор.
За 2 года до смерти Александр говорил с младшим братом, великим князем Николаем Павловичем, о намерении отречься от престола в его пользу. Жена Николая записала в дневнике. Император, говоря нам о своем отречении, сказал: «Как я буду радоваться, когда я увижу вас проезжающими мимо меня, а я, затерянный в толпе, буду кричать вам «Ура!»»